нескольких объявлений. О том, как будет строиться репетиция сегодня и в последующие дни. Мальчики будут подвешивать все необходимые, значит, для притяжения бутафорию. Мы пролистываем какие-то фрагменты, если нужно. Пробегаем и потом выступаем. Все. Поскольку завтра еще нужно будет нам улучшить момент для того, чтобы спустить всю бутафорию на лифте вниз, поэтому, ребята, у нас уроки маленькие, нам нужно много сделать организационного. Сегодня нужно будет все собрать. Готовы? Начали. Вова, больше мелких движений. Не надо медленных, надо маленьких. И спину показывай. Почти заканчиваем создание спектакля. Мы в финале. С той точки зрения игру с понятием отсутствия притяжения, отсутствия гравитации и гравитации, ну, падения, полета, невесомости. Это все присутствует в спектакле. Но как бы самое главное для меня ощущение, как зрителя, ощущение ценности каждого артиста, то, как вот это понятие и ощущение самого себя как планеты оказывает влияние на взаимоотношения с другими равными и в такой же степени уважаемыми личностями и планетами.